Мы будем смотреть за товарищеским матчем между уфимским Салаватом Юлаевым и нефтехимиком, представляющим город Нижнекамск. Такой перевод, и вот здесь уже счет открыт. Здесь никаких шансов не было. Если честно, у Андрея Кореева моментальный перевод на другой фланг и бросок в касание. Шерифьянов. Морозов. Бросок и шайбу в ворот. Морозов снимает паутинку. С девятки ворот Андрея Кореева. Ну и снова. Сложно здесь в чем-либо обвинять Андрея Кореева. Был он закрыт и своими, и чужими игроками. Но на повторе мы сейчас более детально это рассмотрим. Снова атака гостей. И это гол. Егор Попов. Убрав шайбу под себя, неожиданно выстрелил из-под комаров. Не разглядел момент броска Андрей Кореев. И 3-0. Остановит счет в пользу нефтехимик. Перевод на Месищева. И бросок. Это гол! Сокращают юлаевцы отставание в счете. Незадолго до второго перерыва. Игорь Месищев забрасывает первую шайбу Салавата в нынешней предсезонке. Наброс от синий. Неплохо. Было в исполнении нефтехимика, но здесь Кореев все видел, а вот здесь уже ничего не сумел поделать голкипер Салават Юлаева. Наброс фланга и подставление под воротами. Давайте разбираться, кто там преуспел. Такую небольшую серию булитов мы с вами увидим в концовке по три. Бросочек пробьют команды. Даниил Скориков решает эпизод. Красиво, эффектно, самое главное, эффективно. Вторая шайба. Оказывается, ворот нефтехимика. Ее автором становится Даниил Скориков. Шмелев там отработал на синий. Мухаммадуллин, бросок, перевод, и это гол. Артем Пименов в касании. Не оставляет никаких шансов Алексею Мурыгину. Сокращают юлаевцы отставание до минимума. И продолжат они, кстати говоря, играть в большинстве. Семенов-то в штрафном боксе останется. Комара выехал, да, но Семенов еще минуту и 44 секунды. Хвалим юлаевцев за характер. Не стали выбрасывать они белый флаг при счете 1-4 в третьем периоде.